Так, если человек не поставил прибор учета воды в квартире, то первые полгода до июля он будет платить трехкратный норматив, а с июля уже пятикратный. Кроме того, если выяснится, что жильцы вмешивались в работу приборов учета, например, поставили магнит, то нарушители будут платить уже не по показаниям счетчика, а по десятикратному нормативу.